Приветствую на канале Products from AliExpress. Спасибо, что зашли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылки на все товары, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Автомобильный столик для еды. Стол имеет прищепку для крепления и гибкий стержень для удобного расположения. Материал поликарбонат. Диаметр стола 24 см. Стержень достаточно гибкий и твердый, поэтому выдержит полноценный обед. Поверхность прорезинена, поэтому предметы не будут соскальзывать со стола. Покупатели отмечают, что стол сделан качественно и удобен в использовании. USB Bluetooth приемник. Если ваша магнитола не поддерживает Bluetooth, а постоянно торчащий AUX уже надоел, то рекомендую приобрести такой приемник. Он вставляется в USB разъем и подключается через AUX. Поддерживает Bluetooth версии 5.0, сопрягается как с Android устройствами, так и с iOS. Радиус приема до 10 метров. На корпусе имеется дисплей, который отображает информацию о сопряжении, а кнопки на корпусе позволяют выбрать подключенное устройство. Покупатели отмечают, что устройство удобно в использовании, отлично передает звук и не занимает много места в машине. Сетка для дополнительного багажа на потолок автомобиля. Такой органайзер особенно необходим тем, кто часто путешествует или ездит на дачу. Он позволит сэкономить место в салоне и увеличить вместительность. Сетка крепится за ручки над дверьми и напоминает подвесной карман. На выбор два размера – 80 на 50 и 90 на 65 см. Чехол для автомобиля. Обычно подобные накидки используют для долгого хранения автомобиля или после аварии. Но такой чехол также поможет уберечь автомобиль от опавших листьев или дождя, а зимой не придется расчищать автомобиль от снега и льда. Чехлом необходимо накрыть весь автомобиль, затем привязать лямки к каждому колесу, чтобы при сильном ветре автомобиль оставался защищенным. На странице товара есть несколько размеров чехлов, поэтому каждый подберет чехол для своего авто. Недорогой толщиметр лакокрасочного покрытия. Да, это не супер точный инструмент, но свою функцию выполняет. Если вам понадобился толщиметр при покупке подержанного автомобиля, и вы не планируете после этого его использовать, то этот толщиметр позволит вам сэкономить. Он сможет определить шпаклевку и второй слой краски. За свою стоимость очень даже неплохой инструмент. К тому же это самый покупаемый толщиметр. Ортопедические подушки для шеи и поясницы. В долгой дороге шея и поясница принимают некомфортное положение, вследствие чего появляются спазмы и перенапряжение мышц. Такие подушки позволяют принять более удобное положение тела, что обеспечит комфорт и значительно уменьшит усталость от дороги. К тому же такие подушки будут полезны людям, которые имеют какие-либо проблемы или заболевания, связанные с позвоночником. Подушка изготовлена из синтетического волокна с эффектом памяти. На странице товара можно выбрать цвет и модель подушки. Цифровой автомобильный манометр. Такое устройство поможет сделать быстрые и точные замеры давления в шинах. Прибор оснащен цифровым ЖК-дисплеем и имеет подсветку для удобства при работе в темное время суток. Манометр измеряет давление в барах, килограммах на сантиметр кубический и других величинах с минимальной погрешностью. Покупатели утверждают, что прибор сделан качественно и удобен в использовании. Чехлы для колес. Они предназначены для колес размером от 13 до 20 дюймов. На чехлах обозначено, какое именно колесо относительно автомобиля находится в сумке. Материал – плотная водонепроницаемая ткань Oxford. На странице товара можно выбрать размер чехлов и их количество – 4 или 1. Обычно их используют для хранения зимних или летних колес, но можно хранить в чехле запаску или даже диски. Набор колпачков на ниппели. Если у вас часто теряются колпачки, и не только на автомобиле, но и на велосипедах, мотоциклах и прочей технике, то такой набор вам просто необходим. К тому же он недорого стоит. В наборе 60 колпачков, поэтому хватит надолго. Еще радует скорость доставки. Пылесос для уборки в салоне. Это самый популярный беспроводной пылесос на Алиэкспрессе. Он завоевал доверие потребителей своим качеством и надежностью за сравнительно малую стоимость. Мощность всасывания 8000 паскаль. Пылесос имеет компактный размер и легкий вес, он удобно лежит в руке. Оснащен емкой батареей на 2000 мАч, которая обеспечивает 30-40 минут непрерывной работы.
В комплект также входят дополнительные насадки для более эффективной уборки и кабель для зарядки. Подушка на подголовник. В дальней дороге у пассажиров возникает желание расслабить шею и, возможно, даже поспать, но стандартные автомобильные кресла не предназначены для этого. Именно для этого и придумали такую подушку для поддержки головы. Подушка универсальная и подойдет для любого подголовника, так как размер можно регулировать. На странице товара можно выбрать цвет подушки. Органайзер для пластиковых карт. Это карманный органайзер, который крепится на козырек в салоне. Он имеет 5 отделений для карт и держатель очков. Такой органайзер будет особенно полезен тем, кто возит в машине различные пропуски или бонусные карты с заправки. Изготовлен из искусственной кожи. На выбор несколько размеров. Пеногенератор. Это насадка на мойку высокого давления. Она представляет собой емкость для пены, которая надевается на керхер. Такая насадка поможет полностью окутать автомобиль пеной, даже в труднодоступных местах. Материал полиэтилен низкого давления, поэтому он устойчив к химическому воздействию. Емкость насадки 600 мл. На странице товара представлено большое количество пеногенераторов с различными адаптерами для каждой мойки высокого давления. Держатель смартфона или планшета. Такой кронштейн особенно пригодится тем, кто часто путешествует с семьей и у кого есть дети. Он позволит занять пассажиров в дороге или отвлечь детей мультфильмами по дороге в садик. Держатель крепится за подголовник и предназначен для задних пассажиров. Он подходит для смартфонов и планшетов от 5 до 11 дюймов. Кронштейн регулируется во всех направлениях. На странице товара даже есть модель, на которой можно регулировать расстояние от сидения и положение гаджета. Декоративные молдинги для салона автомобиля. Кому-то это покажется колхозом, а в некоторых случаях это действительно выглядит уместно и улучшает дизайн. По всей длине молдинга располагается так называемый плавник для установки декорации. Плавник вставляется в прощелины, а при необходимости можно легко демонтировать молдинг. На странице товара можно выбрать цвет – красный, синий, золотистый и серебристый. Также на выбор представлен молдинг в размотке по 1 или 5 метров. Автомобильная мусорная урна от Basus. Особенность данной модели в том, что в комплект входят мусорные пакеты. Это позволит держать как сам автомобиль, так и саму мусорку в чистоте. Корзина изготовлена из ABS пластика в сочетании с алюминиевым сплавом. Такую урну можно использовать не только в автомобиле, но и на рабочем столе или в другом месте. Но для многих эта модель покажется слишком дорогой для простой мусорки, поэтому предлагаю более дешевую альтернативу. Эта урна уже встречалась в предыдущей подборке, которую я также советую посмотреть. Автомобильная пепельница с подсветкой. Такое дополнение просто необходимо каждому курильщику, если отсутствует пепельница в автомобиле. При открывании крышки загорается светодиод. Диаметр пепельницы 65 мм, а высота 90 мм, поэтому она подходит для большинства подстаканников. Такой аксессуар может стать отличным подарком для любого курящего автомобилиста. Губка для полировки колес. Она представляет собой насадку на дрель или шуруповерт и предназначена для полировки автомобильных дисков. На странице товара представлено несколько вариантов губок для разных труднодоступных мест. Конечно, такими насадками можно полировать не только диски, но и другие части автомобиля. Скребок для тонировки или винила. Такой инструмент позволит аккуратно наклеить тонировку, различные защитные пленки, виниловые пленки и тому подобное, при этом значительно ускоряя этот процесс. Скребок изготовлен из углеродного волокна, поэтому он очень эластичный и не будет царапать поверхность. На странице товара можно выбрать жесткость скребка – жесткий, мягкий или средней жесткости. Измеритель для колес 2 в одном. С его помощью можно определить глубину протектора шин и толщину тормозных колодок. Такой инструмент позволит следить за состоянием колес и колодок. Ведь техническая исправность автомобиля напрямую зависит от состояния тормозных колодок и шин. Но я считаю, что ценник на данный инструмент завышен. Но при этом инструмент делает быстрые и точные замеры. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылки на все товары, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю за просмотр, до скорой встречи и удачных покупок.